Так, всем привет. Выбрались порыбачить. Не знаю, что у нас получится. Пока обследуем, так сказать, для себя новое озеро здесь. Ни разу, ну, много раз проезжали мимо, но ни разу не рыбачили на нем. Не знаю, вроде как вода прозрачная очень. Решили даже, вон Васян взял подырять гидрокостюм. Говорит, вот окуней немного там, таких мелких пострелял немного. Не знаю, посмотрим, как получится у нас сегодня отдохнуть или нет. Ну, даже если ничего не поймаем, отдых все равно обеспечен. Клюет у нас сегодня не очень. Наверное, еще день, потому что ближе к вечеру. Ну, Васян потихоньку там окушков постреливает. Мелкие, правда, но это... Такие, на жареху для супа, вернее, для ухи пойдет. Мы решили приготовить уху, котелок взяли, все, с собой продукты. Пообедаем сегодня прекрасным лесным обедом. На озере мы не одни, еще здесь есть туристы, купаются, даже плавают на матрасе на длину. Так, не знаю, что, гадюку видели, на дороге лежала большая. Лось к воде тут подходил, следы видели. Но мы знаем, что он здесь ходит, потому что часто здесь в этой местности охотимся. Так. Не первый раз здесь следы видели его, короче. В общем, отдыхаем, наслаждаемся природой, кайфуем. Окуней? Щуки нету? Я говорю, по этому берегу все, на перецепляться-то. Это что? Ну ладно, на уху пойдет, что. Они вот тут все под мостом стояли. Я говорю, вот этот бережок, короче, получается, да? Больше всего рыбы, да? Лучше, чем в темное плавать. А? Лучше, чем в темное плавать. Это первая твоя добыча, да? Ну. В темное, так я вообще не знаю, как ты там собирался нырять. А? Сейчас бы вниз, говорит, скатилось. Чем он топор? Так его и нет, вроде. Его, да, и не взяли. Что-то какой-то ветер поднялся. Готовим уху. Сейчас будем обедать скоро. Такой у нас небольшой лагерек. Выбрались буквально на сегодня и все. Без палаток, без всего. Отдохнуть. Времени побольше, чтобы выбираться на дальше. Все занятые стали. Вот, кайфуем. Ну что, Макс, набрал? Набрал. Воды? И воды тоже. Кил, может, у щуки нет? Да, по-любому есть. Если окунь есть, щука 100% есть.
сейчас пообедали. Сейчас будем чай пить. Вкусный. И пойдем рыбачить дальше. Васян будет дальше нырять. Вот тут застолье. Пир на весь мир. Ну что, вкусный чай? Нормально. Пойду во тьму, где раки срать пойдут. Без верха пойдешь? Да. Куда, хоть здесь хочешь? Да, тут сразу. Давай. Сейчас, может, без верха, так одну пойду. Что вытаскивать надо будет. Да, без верха это холодная вода. Ну, может, подсогреешься, что? На 10 минут-то хватит, наверное? Да? Верно. С тобой теперь удобно ездить на рыбалку. Блесну зацепил, да тебя попросил достать. Да. Блеснодоставатель. Ну что? Холодно. Холодно? Да. Сильно? Очень. Ну его нахер, да? Берем. Без этого никак. Грязных вода не пускает, да? На сухую не пойдет. Волосы-то не выпадут в шампуне столько гонять? А? Вылезешь лысый. А? Вылезешь, говорю, лысый, разъест волосы все. Мало-мало кирпичей. На ноги еще утяжелитель купишь. Как обычно, можно спортивный кинь, да, наверное? Да?
сюда пойдем купаться. Осень. Видишь, зимой зажарились здесь, стояли, мы видели тогда. Были? Значит, не просто так ведь. Угу. Я и говорю, они вот все по той стороне были, и вот, грубо говоря, от середины вот тот. Треть, а? Вот так, по тому берегу вот так они где-то были, по диагонали. То есть где-то 1/4 озера они там заставили. Mm-hmm. Ну, лунки, вернее, наверное, атмосферные. Все, пока. Проторчали почти весь день, что-то не это, не клюет ни хера. Может, и вечерки клюнет. Ты мне сейчас в глаз. Может, и вечерки клюнет. Клюнет? Нет. Да не, будем надеяться, что возьмет. Хоть что-то, а то Васян только настрелял окуней и все. Остались все без улова. Отстрелили 3 налима, 5 щу. Это не было? Горбуша. Горбуша? Да. От треска. Где там было еще? Чересчур сильный ветер, да, походу? Можно было послабее убавить там. Угу. Как теплые плавлы. Отрегулировал. Что будем делать? Где? Сейчас. Поедим. Я думаю, переселимся, может, нет? Куда? Да, в тот лес. Там-то больше окуней, по-моему, да, ведь? Вот тут окунь. Ну, здесь кидали, сколько не брал. Ну, не знаю. Проголосуем, да и все. Че? Голосую? Ну. Машина вверху. Кто-то на берег ехал. Кореш твой. Нет, видел? Нет. Я потом как увидел, когда в конце проезжал. Сделали еще солонец. Зайчики здесь водятся. Минералы им нужны. Так что подкормим чуть-чуть. Не знаю, как кто делает. Мы, короче, их просто берем, баклажку эту. И ну, саморезы, чтобы они нет. Ну, допустим, если лось решит потереться там, чтобы не снимал ее, не скидывал. Прикручиваем на саморез. Так, хорошо держится. Меняем место дислокации. Ага. Здесь что-то ничего за весь день не поймали, только вот Васян настрелял. А поедем, короче, на соседнее озеро, попробуем потягать щучек. Поймаем, да ведь? Не знаю. Ну, я думаю, поймаем. Давай, ломай все. Приехали на второе озеро. Попытаем счастье. Здесь обычно в виде рыбаков так рыба должна быть. Может, клюнет. Thank you.
так половили. Щука не берет ни хрена. Собрались домой. Ну, немного это получилось подтащить окушков. Но по времени уже домой пора. Да. Поэтому все, сегодня у нас завершено. Приятное времяпрепровождение. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.